Этот субботник, как и многие другие, посвящен теме городской среды и экологичного поведения. Наведение порядка проводится для того, чтобы рязанцы и гости города могли проводить лето на благоустроенных территориях. Большое внимание было уделено дикорастущим деревьям. Силами ДБГ сотрудников проводится уборка и опиловка дикорастущих порослей, опиловка деревьев и сбор случайного мусора. Также нам помогают сотрудники администрации. В этом году лесопарк, как и многие другие территории, участвует в голосовании по формированию комфортной городской среды. Оно проходит онлайн, начиная с 26 апреля и до конца мая. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».